Автоматическая уборка, вентиляция помещений и система подогрева питьевой воды. В Искитимском районе открыли новую ферму. Меньше чем за полгода там построили телятник на 600 голов. Там, где создают комфорт для буренок, побывала наша съемочная группа. Телятник строили 4,5 месяца. Для комфорта животных предусмотрено все. Ведь от условий содержания зависит продуктивность. На сегодняшний день мы ежедневно доим 28 тонн молока. Вот когда эти телочки станут коровами, мы будем доить уже 32 тонны в день молока. Это самая современная агроферма не только по местным меркам, но и областным. В телятнике даже запаха нет. Вентиляция обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Автоматика чистит пол, сохраняя подстилку сухой и свежий. У нас скреперная система лишнюю влагу убирает. Это чтобы здесь ничего. Аммиак, все выталкивается. Для кормления телят составляют особый рацион, чтобы молодняк давал хороший привес. То есть волю, бесстрессовый выход на кормовой стол, волю корма, волю вода, то есть она не просто холодная какая-то вода из скважины, это вода подогретая порядка 15 градусов. В этом году Искитимский район добился рекордных надоев 5 500 литров на одну корову в год. Агрофирма сыграла в этом свою роль. По объемам молока это третье предприятие в области. Были бы у нас побольше таких предприятий, мы бы сегодня, как говорят, были бы все как в сливках, да, как в масле катались. В будущем году в хозяйстве планируют купить еще 1500 голов. Цель за счет увеличения стада – сохранить себестоимость молока. Ирина Звягина, Владимир Анапрейчук, Новости ОТС.